Тюменской области появится единая карта жителя. Она будет похожа на обычную банковскую, но объединит в себе деньги, льготы, услуги и многое другое. Инструмент создадут на основе платежной системы МИР. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и национальной платежной системой подписано сегодня. Первая услуга, которая будет доступна держателям карты, транспортная. Чтобы реализовать остальные идеи, необходимо время. Сегодня уже есть регионы Российской Федерации, где такие проекты были реализованы успешно и могут быть взяты нами как пример. Одна из задач этого проекта – сделать карту персональным ключом, государственным и коммерческим цифровым сервисом, чтобы она была удобной в использовании и стала для тюменцев универсальным помощником. Должны быть еще построены соответствующие центры сертификации, центры выдачи квалифицированных там подписей. И действительно, это такой технологический, сейчас не хочется вдаваться, может быть, в какие-то нюансы и детали, но действительно на карте может быть несколько параллельно существующих приложений, платежное, социальное.